Дорогие друзья, всем привет! Мы сегодня с вами приготовим вот такие замечательные кабачковые блинчики с творожной и соленой начинкой. Вот такая начиночка у них с укропчиком, с чесночком. Итак, давайте будем готовить. Итак, начинаем с кабачка. Мы его потрем на терку, посолим. Когда он пустит жидкость, сок, тогда мы его отожмем. Отставляем, пока приготовим оладьевое тесто. 300 граммов кефира, 2 яйца, пол чайной ложки соли, 2 чайные ложки сахара, 1 чайная ложка соды. Перемешиваем и добавляем муку. Муки 250 граммов. Отставляем. Вот наши кабачки, которые дали сок, и мы отжимаем. И бросаем наше тесто. Добавляем мелко порезанный лук. И добавим 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем и жарим блины. Вот такое тесто, густое. Первый раз смазываем растительным маслом. Ровно распределяем по всей поверхности сковороды. Вот так. Блинчики готовы. Красивые, нежные. Теперь мы для них сделаем начинку из творога. Для начинки нам понадобится творог 300 грамм, зубчик чеснока, укроп. Перемешаем все. Добавим соли по вкусу. И мягкое масло. Еще раз перемешаем. Вот такая пастообразная масса. Теперь этой начинкой мы будем покрывать наши блины. И закручиваем
красивой стороной наверх. Вот я блины и закатала. И сейчас мы разрежем один блинчик. Ну вот, дорогие друзья, вот такие у нас получились кабачковые блинчики с творожной соленой начинкой. Это очень-очень вкусно. Приготовьте такие блинчики. Всем вам спасибо, всего вам доброго. До свидания, до новых вкусных рецептов, дорогие друзья.